мы говорим о том, чтобы принято было решение о региональном цифровом вещании. Еще раз повторяю, за Михаилом. Эфирное, бесплатное, цифровое вещание. При том, что сейчас муниципалитетом, подожди, муниципалитетом сейчас дано задание приобрести те, кто не имеет еще, чтобы у нас 1 января не было провала по цифровому вещанию. И мы с вами в этом цифровом вещании не окажемся. Вот о чем мы с вами говорить должны, ребята. Я думаю, они здесь очень сильно хорошо озвучены, и все их знают. Ну, как вот я говорю, что я, допустим, тоже, как и Михаил, я 9 лет попала в ТНТ, и теперь, получается, этот дом, который я построила, да, теперь нужно снова строить. Поэтому кто вот в этой теме, то есть мы можем отдельно пообщаться, мне кажется, все такие нормальные коммуникационные люди. Значит, я бы хотела вот ко всем обратиться. Первое. В городе Воронеже каждый год проходит форум. Кое-кто был там, кое-кто видел, и когда начинался, вот так 7 лет назад, вот по телеку сидело человек 10. Я думала, господи, ну что ж такое творится вообще, да? Потом люди не подошли, я говорю, Саша, да господи, подождемся мы, когда зал будет полный. Спасибо, ребята, кто подошли. Нас все больше, потому что действительно какое-то понимание было, вот вы говорите уже там про интернет, а у меня такое понимание, что только есть газеты, 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 а телевидение вообще не существует. Теперь, что касается телевидения, вы понимаете, вы здесь вот вышли, Саша, и сказали телевидение и телек, это вообще совершенно разные люди. Телевидение – целый процесс, в котором задействованы тысячи людей, а телек – это все на все коробка. Поэтому дело в том, что я занимаюсь телевидением, а телек все равно не смотрю уже давно. И вообще, мне смешно даже там, большой, красивый, мне кажется, он для красоты. Вот я мечтаю, как приду в магазин, как увижу большой телек, вот такой, так мечтаю, вот, купить, например, да. Но это не то. Что мне хотелось бы сказать всем присутствующим? Вы знаете, первое, я не знаю, к кому обратиться, кто тут начальники. Вот мы, допустим, с Михаилом были, сейчас только приехали с ТНТ, там не было регион медиа, например, да? Не было никого. Я очень рад, поскольку являюсь телевизионщиком с 93-го года, с 93-го года работаю в телевизионной отрасли, что наконец-то на уровне Союза журналистов заговорили о судьбе и регионального телевидения в эпоху так называемой цифровизации. К сожалению, действительно приходится констатировать, что региональные, местные, городские телеканалы оказались за бортом вот этого мощного, железного лайнера под названием «Цифровое телевидение». И по большому счету нужно искать какие-то пути выхода из этой ситуации. И абсолютно поддерживаю Михаила по поводу того, что необходимо решить вопрос со снятием лицензионного ограничения для региональных телеканалов, чтобы они переходили на цифровое вещание. Поэтому хочу обратиться к нашим коллегам, которые здесь присутствуют из региональных телекомпаний, действительно, может быть, подготовить какое-то совместное обращение, совместный документ.